Сегодня обзор немного необычный. Во-первых, он короткий, это простая распаковка, анбоксинг. Во-вторых, это немного необычный предмет. Собственно, это маленький компьютер Q-Box i от компании SolidRun. Просто снял видео, чтобы показать, насколько он маленький. То есть, вот, полноценный компьютер на 4-ядерном ARM9 процессоре с набором входов и выходов. Коробочка оформлена очень приятно. В комплекте поставки вы получаете 4-гигабайтную SD-карту с операционной системой Android, блок питания и, собственно, сам Q-Box. Он очень маленький, но при этом у него есть практически все. Инфракрасный порт, тут же есть светодиод, который показывает работу, оптический выход. Сзади Ethernet, вход питания, HDMI, microSD-карты, SATA, 2 USB и microUSB-порт. Из него можно сделать сетевое хранилище, медиацентр, цифровой транспорт и многое другое. Именно этому будут посвящены ближайшие обзоры. Спасибо за внимание.